когда выбираешь цвет, тебе сразу показывают, какой на машине. Ну да, да. Ну все. И все, и вот так вот листаешь, листаешь, листаешь. Короче, просто не каждый готов листать 300 цветов. Да. Да. Все, и видишь, в чем прикол? Когда менюшка открыта, она немножко затемненная. Там зарчик. А, то есть тоже она. Ну, короче, много цветов пробовали, не получалось, да? Да, да, да. Нормально. Кстати, слушай, видел на... Слышишь, видел на Мустанге номера я перевесил. Да, да, да. Тебе, кстати, Женек не рассказывал про суету с Мерсом? Нет. С этим, помнишь, я тебя скидывал-то? В ВК. В 124-й белый. А, слушай, так что, он его реально купил или нет? Ну, я сейчас веду переговоры с этим человеком. Сказал 250, он стянется там, три дня подумает. Если готов, то забираем. А что за номера у него? А, блин, не МТВ, надо чекать. Восьмерки, короче, ну и буквы обычные. А что за машина? 124-я простой, по-моему, да? Да, 95-го года, 2.2 мотор. Ядрите, ну вот и считай, вот сотку стоит номера и 150-124. Но это как бы то на то выходит, на самом деле. 250 для 100, это... А, подожди, 95-й год, это значит уже рестовый. У него другой капот, он на листве должен быть, у него багажник там под номерник должен быть. Мотор 111. 111, да, да. Это значит мотор 111. Двойной. У меня был 111 мотор на лопатом. Проблематичный мотор нет вообще? Ну, вообще нет, а так из проблем, вот то, что у меня было, он, эмульсия там была постоянная. Ну и кипеть он тоже любит, этот мотор. То есть в пробках вообще не любит стоять, даже если у тебя охлаждайка на себя настроена. Он еще что-то говорил, то что там с электрикой какая-то херня. То есть одна лампочка. С электрикой на Мерседесе это вообще... Ну, вообще Мерседес по электрике это не чирок, это нормально, решаемый вопрос. О, ребят, едем, приехали домой. РПШ, вы приехали домой. Ух, какую же картошку тут собрали, нифига себе. Уху! А как обычно тут... У нас тусня идет. Я что-то не понял. Здорово всем, пацаны. А чё владелец ZMX? Дядя ZMX? Это Алекс. Он просто понял. У Алика... Ой, у ZMX написано ZMX всемогущий, а Алекс изменил ник не всемогущий, понял? Так это же ННРП, не всемогущий. Паша, ручку можно? Ничего не делают. Паша, привет. Можно, пожалуйста? Здорово, здорово. Вы, пацаны, а ты сейчас можете... Можете написать свои имена, я вам буду приветы передавать. Я сейчас... Динамики сделал тише, поэтому я вас не слышу, ребят. Просто имена свои пишите, я вам приветы передам, и мы дальше погоним. Так, передаю приветы Кириллу Козлову, Данилу, Андрею Белеву, Максу Фетко, Данилу Ямину, Виталию Маркову. Ну и все получается. Ух ты! Нифига себе какой! Кстати, насчет... Насчет, кстати, крузака. Слышишь, Армыч? Я сейчас думаю, вот этот вот крузак, который нах 039, хочу его, короче, перекрасить. Он у меня, получается, там на хроме. Армычик здесь нету? Ну, ладно, вам, пацаны. Да-да-да, слышу. Короче, сейчас-то крузак на хроме, а вот на этом крузаке антихром сделан. Чей крузак? Пацаны, чей крузак? Вот хочу также антихром сделать. Ну-ка, дай-ка натуре прокачусь. Ребят, реально? Слушайте, ну очень красиво. Тихо-тихо-тихо на заставочку. Ой-ой-ой, как красиво. Ой-ой-ой-ой-ой. Шедеврально. Я, ребят, немножко приболел, как обычно, блин, не могу выздороветь. Что не день, Паша, то мокрые ноги, блин. Это я к тому, то, что приходится по полям, по болотам гонять, горцевать не только по роликам, но и по своим там личным моментам. Не знаю, потом, если что, вам поведаю, расскажу. Так как помимо основной деятельности есть еще и другие заботы. Ну, вообще, вот ролики у меня... Я могу второй создать, тоже. Ну, как сказать, ну, это да, основная деятельность, но помимо этой основной деятельности еще есть и другая основная деятельность, потом я вам тоже поведаю. Слушайте, ну, крутой крузачок, нифига себе. Это получается, ты его занизил, диски низкопрофильные поставил. Ну, вообще клево. А, тут пневмо. Офигеть! Я первый раз сейчас вижу, ребята! Это не гидра, это реально пневмо. Ну, я имею в виду, гидра, это типа, знаете, вот просто вот есть в GTA обычная гидра. Когда ты нажимаешь, и машина аж подпрыгивает, скачет. Здесь смотрите, как реалистично в Redmir.
Радмире сделали. Офигеть. Чик, 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 Паша, чик. Привет. Я первый раз привет, об этом Паша. Узнаю, отвечаю, ребят. Слушайте, ну крутой крузак, офигеть, как он его так сделал? Затонировал на всю, номерочек прибамбахал. Диски, диски, ну вообще идут. Паша, привет. Вообще идут, они прям и в цвет тачки. О, день наступил, и мы, кстати, можем лицезреть цвет тачки по-новому. Ладненько, сейчас чуть-чуть прокатимся, а то все-таки бросили арменчика, некрасиво получилось. Вот еще этот крузак, он похож на 300-ку. Кстати, интересно, добавят ли 300-ку? Но мне кажется, по-любому добавят. По-любому должны добавить. Интересно будет, да, ребят, сравнить 300-й крузак с 200-м. Вот это, ну, естественно, 200-й уже последний, 200-й. У меня первый 200-й, ну, вы все знаете, у меня вообще там 2008 года. То есть у меня там панель, ну, не такая, дотапированная, ну, вы все в курсе, вы знаете. А эти крузаки, они пошли с 14 года, с такой панелью. Сейчас тоже ценник вообще дикий на эти крузаки, это просто капец. Если раньше новый, в 14 году, можно было купить вот такой вот крузак, новый, за 4,5 миллиона в бич-комплектации. 4,5 миллиона. Сейчас, ребят, чтобы... О, это не армейчик, случайно? А ты сейчас... Сейчас, ребят, чтобы вы понимали... Армейчик, наверное, летает за нами. Чтобы вы понимали... Бэушный крузак, там 100 тысяч пробегу будет стоить, там 5,5. Какой 5,5? 6-7 будет стоить, прикиньте. 100 тысяч пробегу. Когда в 14 году можно было купить новый за 4,5, за 5. Вообще в хорошей комплектации за 5 можно было забрать такой крузак. Да, ребят, на эту тему можно очень долго разговаривать. Я, конечно, люблю на эту тему побеседовать, но не знаю, насколько вам это интересно. Если что, пишите в комментариях, буду знать. А то вдруг кого-то наскучило. Паша, вот этот, кстати, вот смотрите, вот слева стоит ребята, типа ФБРовцы. Это твой фанат, Паша. Да, Шевроле. Крутой, очень крутой. Это же не Блейзер. Паша, привет. Я тебя каждый день смотрю. Он не слышит вас. Опа. Сейчас выключим. Сюда идут ребята. Ну-ка, давайте мы просто идем посмотрим. Пашка, ку. Здорово, здорово, пацаны. Пацаны, как вас Шевроле называют? Привет. Это же не Блейзер. Слушай, а ты серьезно? Паша ПЛ. Паша ПЛ, Паша ПЛ. Давайте посмотрим, может быть, там сзади есть шильда. Короче, я к чему? У нас за 500 тысяч в Калининграде продавали такой же Шевроле, но я его не смог купить. Паша, ты дай мне 5. Естественно, по причинам ты того, что сейчас идет пожалуйста, стройка Паша. На базе. Да, блядь, очень затратная. Кстати, по стройке я могу вообще сейчас капец сколько эксклюзивов накидать, если кому что интересно. Че, пацаны, давайте. Я, если что, я вас не слышу, ребят. Ну, в голосовое не говорите, это все без толку. Вы напишите в чат свои имена, я вам буду передавать привет. Это Шевроле Тахо. Да ну. Серьезно? Блин, подожди, это ж, по-моему, не так оно называлось, оно по-другому называлось. Субурбан, наверное, Субурбан, черт его знает. Так, что там, пацаны, по приветам? Субурбан, пожалуйста. Что-то по приветам не особо. Так, передаю привет Славику, передаю привет Денису, передаю привет Олегу, Патрику передаю привет, Виталику передаю привет, Андрею. А ты на меня обидишь, если у тебя закупали? Не получится. По приветам мы разошлись, как обычно, с пацанами я это самое времечко уделил небольшое. Недорассказал я момент с этим Шевроле Тахо, но это, по-моему, не Тахо, это реально Субурбан. Или, блин, это, по-моему, даже не Субурбан. Забыл. Но не навигатор так точно, потому что навигатор это Кадиллак. Короче, продавался за 500 тысяч, но не такой длинный. Это, видите, длинный, у него жопа длинная, а короткий. Ну и что-то он меня не очень, скажем, это самое. Ну вообще мне понравился, да и цена неплохая в 500 тысяч. Но, ребят, так как идет стройка, я просто не могу себе сейчас вообще ничего позволить. Но, я вам скажу тоже небольшой секретик раскрою. Есть у меня небольшое занятие, вот, которое также, скажем, приносит мне стабильный доход, но о нем вам я расскажу чуть-чуть попозже. Возможно, вы узнаете в роликах, возможно, даже в скором времени. Так, ну что, ребят, давайте тэпнем арменчика. Я собирался доехать до Нацгвардии, поменять скин. Так, ух ты, арменчик уже Саша Белый. Здравия желаю. Давайте Жигуль, может, возьмем, не Жигуль дом. Тайкан Турбо С. Ой, шальной Тайкан. С Тайканом, кстати, интересно. История. Я же, по-моему, номера купил, а регион вообще не тот. А региона, кстати, не было, потому что у Ромы регион 700 какой-то там, что-то такое. Говорят, что его на продажу выставили. Кого? Вот этот Тайкан. Почему? Вот он у меня. Это вот он легендарный. Самый не, в реально. А, так, ну, надо... Не, подожди, не могли его выставить, мне бы сказали. Не, просто кто-то сказал там, опять эдит кто-то сделал, и мне вот удили весь стрим. Там куча всего, вот в этих самых кидышей куча, но есть один... Сейчас, одну секунду. Здорово. Чё ты меня звонишь? Чё там делаешь, блядь? Играю, Радмир. А, ёбарон, ну ладно, так играю.
Да я тебе звоню, что я пошел пешком до базы. Звоните, что. Давай. Короче, ну есть один вкидыш, который... Ну или как это называется, господи. Такое слово вкидыш, как выкидыш. Короче, связано оно с геликом снова. Вот эту историю я промолчу, потом в ролике узнают. Печально, конечно, это все. Но что поделать? Да ну нахуй. Да, и причем то, что у гелика и была интересная история, ну, помимо всего прочего, с интересной историей, вот, у него был просто очень такой большой секрет, который я хотел сказать, но так и не поведал. Ну, не знаю, может, будет время, точнее, не время, будет момент, обязательно поведу этот секрет, ну, и расскажу, что, короче, произошло с новым геликом. Я сейчас, знаешь, что хотел? Я хотел шерпа купить. Давай я тебе деньги как раз переведу, чтобы у тебя папки были. А, надо в банк ехать, да? Да, в Арзамас. Ну погнали тогда, я сейчас переоденусь. Алина, приветствую. Че, все-таки 12 гвардии сначала, да? Да, я хочу посмотреть, какой мне скин. Ля-ка-ка. Вот. Я, кстати, же в рекламу начал девочек добавлять. Да, хорош. Заманивать так. Так нет, так ты давно там в клубах, я еще, мы с монтажером сидим, я думаю, блин, замазать может быть этот стриптиз или не замазать. Я тоже думал. Вдруг какая-то такая пропаганда, потом думаю, да нет, в принципе, все как в реальной жизни, чего бы нет. Ну это же игра, по сути, блин, видно же, это, ну как, игровая графика реальная. Вау! Заметили? Да что такое? Это что вообще сейчас было? Так, надо, во-первых, пристегнуться, остановимся. Пристегнемся. Это уже хорошо. Заметили, ребята, что не слышно звук мотора у Тайкана? Я вот только понял, что убийство замазывать, типа с ножа, если резать. Да, да, можно. Да там и не парься, там, если что, мы с монтажером эти все моменты решаем. А, ну добро. Блин, слышь, Назар, нормально ты не отстаешь на Мустанге так-то. Так-то Тайкан быстрее в 3 раза. Ну ты там, как это не фигово. Сейчас по-любому отстанет. А не, смотрите, догоняет. Как он догоняет? Я чуть не пойму. Ты, кстати, себе не хочешь Ламборгини поменять? А у меня старая, да, Ламборгини? Да, там есть, она есть? CG. А она есть, моя старая, продается? Да, есть на рынке. То есть есть и CG, и есть моя старая, да? Да. На! Чувачки, нормально подрифтили, нормально. Фух, успел. Успел, слава богу. Нормально, пацаны, подрифтили, что сказать-то. Вот, у Тайкана, кстати, есть этот самый выхлоп. Как он? Ну, короче, встроенный какой-то выхлоп. Так как тачка электронная, и на электронной машине не всегда прикольно ездить без звука, то производители... А ты за дом, кстати, заплатил, нет? Хорошо. Ну, по-моему, платил где-то неделю назад. Ну, лучше еще раз, да, наверное, заплатить? Ну, конечно. Ну, погнали еще. Не-не, ты едь это. Мы же все равно до банка потом поедем. Вот, короче, есть кнопка, я даже вам сейчас покажу, где эта кнопка находится. Оплатишь. Вот, здесь где-то она находится, эта кнопка выхлопа. По-моему, вот тут она. Вот, на нее нажимаешь, и звук такой... Ну вообще, это, знаете, это тупо, это не выхлоп, это как, ну, Робокоп. Ну, кто смотрел фильм Робокоп, то знает. Начинает работать, у него все чу-чу-чу-чу. Вот эта вот все тема. То же самое, вот такой вот выхлоп и у Тайкана. Вот такой вот. Кстати, в Инстаграме у меня есть видео, там можно это будет прослушать сквозь песню. Вот, Тайкан, конечно, крутая тачка, ребят, крутая тачка. Блин, дай бог, ребят, чтобы все это вообще разрулилось в ближайшее время. Я так устал уже от этой депрессухи, вот честно вам скажу. Это если говорить о том, что сейчас происходит. Блин, кстати, в мире, я хотел на днях где-то соскринить, фотку. Чего? Скинуть. Короче, мы 30 минут кричали где-то, или 40 минут даже. Паша Белый, хэштег. Весь час был в этом хэштеге. Да ладно? 30 минут, 40. Не, у меня, короче, есть кличка на местном уровне, но она такая, не популярная. Вот тебе сейчас скажу по секрету. Я ее нигде не раскрывал. Короче, кличка знаешь какая? Сейчас я сначала с предыстории начну. Короче, у местных авторитетов, там, криминальных и не только, есть тоже свои клички. Приветствую, Женя. Хотел подъяснить там момент, как бы по тому чемодану все, вопросов нет у вас к нам больше, которые вернули? Нет, конечно.
Ясно. Слушайте, а я что-то в прошлый раз, ну, как бы не спросил, и хотелось бы узнать, вот, ну, там на нашем бункере какие-то там опять раскопки производятся, мы вроде там общались что-то по этому вопросу. В смысле на вашем? Ну, мы же как, ну, вы же видели, что мы там оградили, там оформлением занимаемся и так далее. Слышь, братва, блядь, давайте это самое, блядь, ваше, наше, блядь, у меня есть там интерес, блядь, вы 2.5 месяца там уже не появляетесь, у меня есть там интерес, и я его доработаю, блядь, независимо, ваше это, не ваше, блядь.